На дрэге главное вовремя переключать передачи. Следи за цветом индикатора. Видишь зеленый – жми. Тут такие скорости, что рулить просто некогда. Но это и не нужно. Захочешь перестроиться – слегка поверни, и твоя машина сама займет нужный ряд. Если ты вдруг отстал, примени впрыск закиси азота. Вырвавшись вперед, постарайся не расслабляться. Смотри в оба, чтобы тебя никто не обогнал.